Быстро в темпе буквально составы команд. Стефан Парато, первый номер, голкипер Монако, второй Пабло Контрерас, четвертый Рафаэль Маркес, пятый Филипп Кристанваль, шестой Мартин Джету. Ну, здесь приходится мне сделать сразу же паузу, потому что Пабло Контрерас открывает счет уже на шестой минуте этого матча. Восьмой номер Людовик Жили, десятый Марсело Гальярда, одиннадцатый Марко Симоне, пятнадцатый Франк Жильетти, восемнадцатый Шабани Ланда и 22-й Николя Боньяль. Что можно сказать об этом пропущенном мяче? Конечно, ошибку допустил голкипер, но прежде...